Всем привет! В этом видео я хочу показать вам, как шить быстро, легко и бюджетно повязку на голову, показать вообще, как сделать прическу теннисистки, сделать напульсники и резиночку. В общем, в этом видео главное будет прическа здесь основное. Наша теннисистка, кто будет смотреть урок 1-2 о как шить именно теннисистку куклу, то наша теннисистка близится к завершению видео. Уроки. Итак, вот смотрите, я приклеила, значит, волос. Не пугайтесь то, что здесь, видите, не хватает трес. Так сделано специально, чтобы здесь было погуще. Потому что здесь будет накладная вот эта вот повязка, которая будет приклеиваться на горячий клей-пистолет. Либо на клей-момент можно. Либо, если нету ни того, ни другого, то можно просто пришить это аккуратненько. Здесь я уже сделала прическу. Заказчица попросила сделать хвостик. Эта резинка... Она как раз идет вместе с трессами. То есть, если вы берете на Алиэкспресс тресс, покупаете, то, в принципе, или в любом даже магазине творческом, то на трессах вот эта резинка уже идет. То есть, ее прикрепила я. И далее, смотрите, я буду как ее декорировать. Вот я беру ребан, кусочек маленький очень, буквально 4 сантиметра. Высоту 2, чуть больше 2,5 сантиметра, это не столь важно. Далее, смотрите, я не буду ее шить, я буду ее клеить. На изнаночную сторону вот так вот прикладываем. И здесь сгибаем. Буквально прям капелька клея здесь зафиксируем. Здесь капелька клея. И здесь. Когда мы это приклеим, зафиксируем, то... Так как у нас куколка с несъемной одеждой и с несъемной, так же, так сказать, прической, то все это мы приклеиваем, делаю вот так вот. И сзади фиксируем тоже капелькой клея. И вот такая резинка получится. Далее. Единственный шов мы делаем на машинке, либо можете вручную. Это для повязки на голову. Получается, мы делаем лицевой стороной, лицом к лицу, кладем, сгибаем пополам вот эту ткань и прокладываем на машинке единственный вот этот вот шов. Итак, проложили шов на машинке, вывернули изделие. Вот сюда я его направила, что-то попал прямо на середине вот шов и заутюжила. Получилась такая вот полосочка. И теперь не нужно будет ничего прошивать. Просто берем на горячий клей-пистолет. Значит, я вот так прикладываю к голове. Здесь капельку фиксирую. Здесь там капельку фиксирую. Здесь, в нескольких местах. И вот так вот растягиваю. И сзади аккуратненько, значит, клеим. Капаем, натягиваем вот эту вот полосочку нашу и как бы вкладываем одну в другую. Сейчас я приклею, покажу. И то же самое, как и с резиночкой, мы проделываем с напульсниками. Вот у нас два кусочка небольших, такие же, как резиночка. Приблизительно все. Вот так закладываем изнаночной стороной. И тоже фиксируем клеем. Затем прямо на кукле будем делать это. Тоже будем здесь приклеивать. Получается вот так вот аккуратненько. С одной стороны так приклеиваем один конец, а второй прям вот немножко внахлёст как бы. Вот так вкладываем другой конец напульсника. И получается вот так вот аккуратненько, ровненько. Тоже сейчас все приклею и покажу. Вот таким образом я приклеила повязку на голову. Зафиксировала в нескольких местах. Вот буквально здесь и по бокам. И вот здесь, соответственно. Напульсники то же самое, вот
Заклеила я только здесь, зафиксировала. Все. И сейчас резиночку еще сделаем. Смотрите, как с распущенными тоже хорошо смотрится. Все так вот аккуратно. Но у меня попросили сделать с хвостиком. Вот, вот так. Раз и приклеили. Друг на дружку. Вкладываем резиночку. Также на пульсники клеится. Таким же образом. Друг дружку вкладывается. И все, и теперь на голову, на, точнее, вот на резинку. Вот так вот. Оп, чуть слегка натягиваем и приклеиваем сзади. Вот, собственно, почти и все. Это очень легкий, простой урок, где я показала прям вот, как очень легко, быстро, бюджетно, естественно, все это сделать, без заморочек. Буквально, что у нас есть ткань, да клей. Все. Несколько швов там сделать на машинке. И получается вот уже. Вот. И, соответственно, будут еще ботиночки, но это будет уже урок у нас еще один дополнительный. Там я ботиночки вам покажу, как сделать. И в самом конце уже я приклею ракетку к руке. Либо пришью, посмотрю. И будет уже законченный образ нашей вот теннисистки. Глаза я приклеила на клей-момент кристалл и сделала румяна. Все подробно это я показываю и рассказываю в уроке номер 2. Как приклеить трессы и как прикрепить глаза. Так что, может, я могу оставить ссылку на это видео под описанием. И вы перейдете и посмотрите, как приклеить глаза и как сделать румяна. С помощью чего их сделать. Вот на этом все. Такое вот небольшое видео, короткое. Надеюсь, что оно будет для вас полезным. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Это будет способствовать продвижению нашего канала. И, естественно, будет меня мотивировать еще больше снимать для вас интересных видео. И, конечно же, мне будет очень приятно это. Спасибо вам за теплые комментарии, которые вы пишете. Я все читаю, всем стараюсь отвечать. Ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то было непонятно. И до новых встреч. Всем пока-пока.